Давным-давно, глубоко в горах в Китае, были супруги, которые добывали древесный уголь и продавали. Однажды один человек заблудился в горах и нашел этот дом, и 3 дня побыл с этими молодыми супругами и вернулся обратно в город. И за это время он передал им Евангелие. И с того дня эти супруги, они начали верить в Иисуса Христа. Зимой, когда стало очень морозно, поскольку холодно, они по утрам выпивали алкоголь, чтобы согреться. Ни о чем не думая, муж сказал: «Дорогая, сегодня же холодно, поэтому, пожалуйста, достань алкоголь, давай выпьем немного». Потом они начали молиться: «Господь Бог». Но интересно, когда они помолились и хотели поесть, вдруг муж говорит: «Что-то, мне кажется, что сегодня Иисусу что-то не нравится. Дорогая, как ты думаешь?» Она сказала: «У меня то же самое. Интересно, мы разве что-то вчера не так сделали?» «Вчера? Нет, вроде бы мы ничего плохого не сделали. Что изменилось сегодня от вчерашнего дня? А вот посмотри, алкоголь у нас на столе. А давай тогда уберем алкоголь». Они убрали алкоголь. И когда начали молиться, у них хорошо получалось молиться. И тогда они не стали пить. А когда кладут алкоголь на стол, снова на душе они чувствуют неудобство. И поэтому с того дня они перестали пить. Они добывали древесный уголь, продавали его в город. Поэтому, придя в город, они пришли в церковь, в молитвенный дом и обратились к пастору. Встретились с пастором и спрашивают. Они вспомнили эту историю и спрашивают: «Пастор, скажите, а верующий в Иисуса может пить?» Пастор сказал: «Да, можно». Почему так сказал? Потому что эти супруги живут глубоко в горах, поэтому там очень холодно. Если скажут, что нельзя пить, тогда он подумал, что они только закроют свое сердце. Но муж думает: «Странно, странно». И потом спрашивает: «А пастор, скажите, а вы какой алкоголь пьете?» Тогда пастор сказал: «Я не пью». «Я так и знал!» И говорит: «После того, как я поверил в Иисуса Христа, в моем сердце появился главарь. И каждый раз, когда я хочу выпить, да, он недоволен этим. И поэтому с того дня я перестал пить. А я понял, что действительно нельзя пить, поэтому я не стану пить». Знаете, они не знали, можно пить, нельзя пить, но тот Иисус, который в нашем сердце, ведет нас. Недавно я рассказывал об этом уже. Петр отрекся от Иисуса. Когда Иисус воскрес, да, Петр не мог предстать перед Иисусом. Он несколько раз пытался сказать: «Иисус, пожалуйста, прости меня, я отрекся от Тебя, пожалуйста, прости меня». Он хотел об этом сказать, однако Иисус Христос всегда уходил, прежде чем он об этом скажет, и поэтому Петру было очень стыдно. Он думал: «Как я могу называться апостолом? Я ведь 3 раза отрекся от Иисуса. Я не апостол. Я рыболов». Как бы он ни размышлял, поскольку он 3 раза отрекся от Иисуса Христа, поэтому он думал, что он не сможет заниматься делами Господа Бога. Он страдал и решил: «Лучше я пойду ловить рыбу». И поэтому он закинул сеть в море, но ничего не смог поймать. Рано утром пришел Иисус и спрашивает: «Что-нибудь поймали?» Они говорят: «Ничего не смогли поймать». Потом говорит: «Закройте сеть по правую сторону». И они поймали множество рыбы. И затем они завтракают. Иисус сделал костер, приготовил хлеб и рыбу для них. И они вместе ели. И они вместе завтракали. После завтрака Иисус спрашивает у Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» В сердце Петра было сердце, которое любило Иисуса.
«Да, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус отвечает: «Паси овец моих». У Петра было сердце, которое любит Иисуса. И также было сердце, которое отреклось от Иисуса трижды. Да, ты же отрекся. И как ты можешь называться учеником Иисуса Христа? Ты недостоин так называться. Как ты можешь сказать, что ты ученик Иисуса? Да, есть такое сердце. Поэтому он мучился и страдал, что отрекся от Иисуса. И поэтому он считал, что я недостоин называться учеником, я должен пойти ловить рыбу. Однако в Петре было сердце, которое отреклось от Иисуса, и также было сердце, которое любит Иисуса. И Иисус спрашивает: «Симон и Янин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Да, Петр, он только думал о том, что он отрекся от Иисуса, но оказалось, что в нем есть любовь к Иисусу. Иисус спрашивает: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» «Да, люблю». «Да, я действительно люблю Господа». «Оказывается, я любил Господа». «Паси овец мои, — говорит Иисус. Паси агнцев моих, — говорит Иисус». Этот наш Иисус общается с Петром, и тогда сердце Петра изменилось. Да, я трижды отрекся от Иисуса, это правда. Это не мое сердце, мне было страшно, поэтому я так поступил. Но и этот грех Иисус очистил на кресте. Иисус, да, дал мне любовь к Нему, поэтому я буду жить ради Евангелия. И с того момента Петр, он хотел ловить рыбу, но теперь он поменял свое сердце, и он помолился, и Дух Святой наполнил его сердце. И тогда на другой день идет в храм, и он поднял хромого, хромой бегал, и многие люди собрались, и когда спрашивают, кто это сделал, и тогда Петр проповедует им слово. Что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит, говорит Петр. И затем передает Евангелие. В первый день много людей, 5000 человек получили спасение через него. Затем их арестовали, их посадили в темницу. На другой день, да, спрашивают, собрались все первосвященники. Раньше Петр даже боялся служанку в доме первосвященника и отрекся от Иисуса перед нею. Однако, когда первосвященник спрашивает, чьим именем вы это совершили, тогда он говорит, именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распяли, да, я сделал, что он смог встать и ходить. В тот день сколько человек спасение получило? После того, как он исцелил хромого, 6000 человек получили спасение. На другой день их арестовали, их пытали, но раньше он даже ничего не мог сказать служанке. А сейчас же с дерзновением говорит, мы не можем не говорить то, что видели и слышали. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога, говорит Петр. И они ничего не могли сделать с Петром. И Петру, который совершил такое драгоценное дело, он трижды отрекся от Иисуса и считал, как я могу называться учеником, я должен пойти ловить рыбу, и думал, что ничего не получится. Таким был Петр. Но когда Иисус жив в нашем сердце, да, те супруги, которые добывали древесный уголь в горах, приходят к пастору и говорят, знаете, после того, как я поверил в Иисуса Христа, у меня появился Бог в сердце, который не дает мне выпивать. Дает сердце, которое чувствует неудобство, когда я хочу выпить. Они добывали уголь
Но в их сердце повелся босс. То же самое и в наших сердцах повелся тот, которого мы зовем Иисус Христос. И Иисус сказал: «Вложу мой закон в сердцах их, мыслях их напишу». Знаете, после того, как я закончил службу в армии, я начал служить в городе Кимчон. Однажды мне дали 3500 вон. Знаете, 3500 вон, когда мне дали, я сел в поезд и поехал в город Кимчон. И я даже не покупал стакан воды, чтобы сэкономить деньги. И я только-только закончил службу в армии, и поэтому я не понимал, сколько это денег, да? Что на это можно сделать. Я думал, что на эти деньги мы сможем снять комнату. Но когда я узнал, сколько стоит комната, оказывается, нужно заплатить минимум 70 тысяч вон. Получается, моих денег хватает только на 1/20 часть из того, что нужно. Поэтому, но за что я благодарен? Наш Господь Бог, да, я был уверен, что даст нам дом. Не было денег, но каждый день, когда была возможность, я ходил и смотреть дом, который находится в Кимчоне, который можно снять. И когда я возвращаюсь потом до города Кочан, до дома, иду на автобус и встретился с миссионером Джоном Эндерсоном. И миссионер Джон Андерсон сел рядом со мной. Его знания корейского языка и мои знания английского были схожи, поэтому мы разговаривали друг с другом. Я спросил: «Вы кто?» Он говорит: «Миссионер, а вы откуда?» Он говорит: «Из Великобритании». Он был старше примерно на 20 лет, чем я. Затем я спросил: «А куда вы едете?» Он говорит: «Я путешествую». И спрашиваю: «А что за путешествие? Вы проповедуете Евангелие?» Он говорит: «Нет, просто путешествие». Я, услышав эти слова, не мог терпеть. Я сказал: «У нас нет средств, чтобы передавать Евангелие, и мы с таким трудом слушаем. А вы, миссионер, получаете деньги из вашей страны и просто путешествуете для себя. Вы испорченный служитель», я сказал ему. Из Кимчона до Гочана, пока мы шли, я кричал. Я говорил: «Вы испорченный служитель, как вы можете так жить?» Хотя он на 20 лет был старше меня. Я сказал: «Немедленно возвращайте в вашу страну, вон отсюда!» Я так кричал на него. Но все-таки, знаете, он джентльмен. Он же мог сказать: «Какая тебе разница, здесь я буду или уеду?» Но знаете, он молча послушал меня. И мне кажется, до города Гочан, пока мы ехали, я кричал. Потом я хотел купить билет до Акуктунга, но господин миссионер подошел и говорит: «Мистер Пак, можно я сегодня переночую у вас?» Я сказал: «Конечно». И мы пришли в Акуктунг, который находился в горах. В то время, знаете, у нас не было колодца, и поэтому мы пили с канавы. Сейчас я соображаю, но тогда был совсем молодым и не соображал. Надо было скипятить воду, но я ему дал воду с канавы. Потому что я мог спокойно пить. Он же, выпив воду с канавы, и было страсту диарея. 4 дня он не мог встать. За 4 дня, представляете, он еле-еле только смог поправиться и говорит: «Я хочу кое-что сказать перед тем, как уйти». Я сказал: «Конечно, говорите». И что он говорит? Знаете, я до сих пор встречался с многими миссионерами, с многими пасторами. Однако, я еще ни разу не видел таких служителей, как вы. «А как я живу? Что у меня такого особенного?» И он говорит: «Я хочу научиться вашей жизни. Можно 1 год я поживу вместе с вами?» Знаете, он начал просить меня. Я засмеялся. «А как я живу? Ничего особенного нет у меня». Он говорит: «Нет. Можно я поживу с вами 1 год?
Знаете, никогда у меня такое не спрашивали, поэтому я даже не знал, как ответить. Я спросил: «Скажите, вы получаете помощь из вашей страны?» Он говорит: «Да, каждый месяц». Я сказал: «Тогда у нас проблема. У меня нет человека, который бы давал бы деньги на служение. Я живу по вере». И часто мы голодаем. Однако, если, например, у вас есть хлеб, а у меня нет хлеба, и если я буду голодать, тогда вы будете делиться хлебом, тогда я буду не на Бога уповать, а буду на вас уповать. Разве не так? Тогда он посмотрел на меня и говорит: «А что нам сделать тогда?» «Давайте так сделаем», — я сказал ему. «Даже если у меня будет избыток хлеба, конечно, это невозможно, но даже если будет избыток хлеба, не будем делиться друг с другом. Если вы готовы найти условия, тогда можно». Он сказал: «Не проблема, конечно, давайте». Я сказал: «Тогда, да, найдем квартиру в Кимчоне». Через неделю он приехал ко мне снова и говорит: «Мистер Пак, знаете, я молился перед Богом, и Бог дал средства, чтобы мы могли снять квартиру в Кимчоне. И представляете, он принес $500. На то время этими средствами можно было снять самый лучший дом в Кимчоне». Я думал: почему Бог слышит молитву англичанина, а корейцев Бог не слышит почему-то? Мы смогли приобрести дом. Даже машина появилась. Всегда. Знаете, Господь Бог не говорит, конечно, ты поднимай ложку, не поднимай, ешь, не ешь. Так не говорит Бог. Однако, когда я иду в жизненном пути, Господь Бог показывает: это не то. Да, может быть, ты не попадешься, но если ты попадешься, как ты крадешь перчатки, если кто-то увидит, как ты сможешь передавать Евангелие в армии? Знаете, я был сосредоточен только на одном: украду перчатки или нет. Но если кто-то увидит, я не смогу евангелизировать. И тогда мне стало страшно воровать. Поэтому я не мог воровать. Не мог воровать. Знаете, Бог сказал: «Вложу закон мой в сердцах их, в мыслях их напишу». Пастор Уэн Шин, он служил в Лос-Анджелесе, в Америке. Знаете, вы не представляете, как он создавал много проблем для меня. Однажды к нему пришли в дом грабителей, и он последовал за ним. И одного из них поймал. И вы не представляете, как он сильно их избил. И этот разбойник подал на него в суд, в полицию. Оказывается, в Америке, если ты стреляешь впереди, нормально. Если же ты стреляешь со спины, то это проблема. Потому что зачем стрелять в того, который убегает? Да, если, например, он идет к тебе, ты можешь на него направить оружие и сказать: «Да, не уходи». А если ты стреляешь убегающего, тогда это создает проблему. И грабителю стало обидно и пожаловался в полицию. И за это арестовали пастора Уэн Шина. Я сказал: «Ни в коем случае не помогайте ему. Не давайте средства, чтобы он мог надеть адвоката. Пусть он помучается. Ни в коем случае не поддерживайте», я сказал. «А в Америке, если у тебя не будет адвоката, тогда невозможно ничего решить. Я запрещаю, кто может ему помочь». И ему было очень тяжело. И он не смог снова въехать в США. И он уехал оттуда. Сказали, что только через год сможет заехать. Было много проблем, связанных с ним. Я думал: интересно, из него человек получится?
После международного лагеря, который был в Америке, я собрал служителей. Но, знаете, они все стали американцами, ленивые, не хотят думать. И я сказал, я приготовил новую программу. Кто хочет участвовать в этой программе? Я сказал, 10 человек я набираю. Но никто не хотел подавать заявление на участие этой программы. Тогда я просто молча сидел и ждал. Хоть 10-20 часов я был готов сидеть и ждать того, кто скажет, что будет участвовать. И один, второй, 5 человек и 10 человек подали заявление. Больше я не принимал. Я сказал, ровно 10 человек только могут участвовать. И что это за программа такая? 10 человек покупают 2 билета в Грейхаунд и едут в тот город, где они никогда не были еще. Супруги, езжайте, я сказал. И на целый месяц, да, вы путешествуете. Можете гулять, что угодно делайте, но месяц. Вы должны быть в другом городе, только езжайте без денег, я сказал. Затем я вернулся в Корею. И потом, спустя время, когда я поехал на семинар, 10 человек, которые ездили в путешествие без денег, по вере, они свидетельствовали, как они жили месяц без денег. Вы не представляете, насколько они были вдохновлены Духом Святым. Они были заполнены радостью. Все 10 человек хотели свидетельствовать. И они все так активно свидетельствовали, что у нас не было даже времени послушать всех их свидетельства. Знаете, они рассказывали, что, знаете, общаться друг с другом, спрашивают, ты где спал, где ночевал. Но интересно, Господь Бог очень ясно вел жизнь каждого из них. Брат Уэн Шин был в Гавайях. И сказали поехать в город, где он никогда не был. А Гавайи же маленький остров. И поэтому они поехали в другой остров. Пастор Уэн Шин, его супруга и трое дочерей. Первой 7, потом второй 5 и третий 4 годика. Поскольку некому было оставаться с детьми, они поехали с дочерями в путешествие по вере. Первую ночь не было места, чтобы ночевать. Они пришли в один магазин и видят, что там реклама, и там пусто, пустое свободное помещение было, поэтому они решили там переночевать. Однако охранник все это увидел и видит, что странные люди пришли и спрашивают, а что вы здесь делаете? Мы хотим здесь переночевать. Нет, нельзя, вы что? Ну позвольте, мы переночуем вас. Говорю, нельзя, вы что? Если что-то случится с вами, это будет ответственность лежать полностью на мне. И один сотрудник уходил домой, увидел, как они разговаривают, и спросил, что случилось? И объясняет, вот этот человек хочет здесь переночевать. А почему вы здесь хотите ночевать, а не домой пойти? Я в путешествии. А что за путешествие? Путешествие по вере. А почему нельзя здесь ночевать? Сотрудник увидел, услышал его и говорит, а вот как. У меня в доме есть много комнат. А что, если ты у нас будешь ночевать? Ой, спасибо! И в тот день хорошо поужинали и провели время, и потом вышли на следующий день оттуда. Целый месяц они путешествовали, и день за днем, пока не проводили время, служитель Уэн Шин подумал, я злой человек, я злой человек. Трое дочерей моих, они следуют за мной, за таким глупым, как я, и ни о чем не переживают. Куда бы мы ни ходили, они гуляют, общаются, интересно проводят время. Даже
такого меня они верят и доверяют. Я же имею всемогущего Господа Бога, не верю в Господа Бога. Как такое возможно? Господь Бог ведь точно даст место для того, чтобы мы могли переночевать. Я же не верю в того Господа Бога, который будет так действовать. И у него появилась вера в Господа Бога. И с того момента Бог начал действовать в его жизни. Он начал уповать на Бога. Но знаете, пока этот брат уповал на Господа Бога, в Германии приобрели 7-этажное здание. Представляете, в Германии, во Франкфурте, рядом с центром города. Да, не самый центр, но рядом. В центре купили дом. И, представляете, родственник говорит, о, я хочу, да, жить в Европе. И пожертвовал средства. Ведь здание же стоит недешево. И в Корее очень большой коэффициент, и поэтому мы взяли средства из корейского банка. Я точно не помню, какая была сумма, но мы помогли, чтобы поддержать их. И там перед зданием есть гараж. И наши миссии отправили одного пресвитера, который хорошо умеет ремонтировать здание. И он занимается только делами церкви. Вот в этот раз в Кении тоже строили здание. И он так хорошо спланировал. А сейчас он работает на горе Тедок, где у нас конференц-центр. И потом поедет в Замбию, чтобы работать. И он так красиво украсил молитвенный дом. И в Таиланде он сделал молитвенный дом тоже. И очень хорошо построил. И я так благодарен ему, что он так трудится ради церкви. Пастор Гонгшин, после того, как испытал однажды Господа Бога, вчера он свидетельствовал, как он сел в самолет на Гавайи, помните, да? Представляете, билет, который стоит $1000, ехал с дочерями и заплатил всего лишь $140. Этот брат приобрел веру в Господа Бога. И Господь Бог открывал путь перед этим братом. И в Европе у нас самые большие сложности в миссионерской деятельности. А вчера и позавчера он ведь рассказывал, как Бог открыл путь в Европе для служения. Я сказал, приводите рождественскую кантату под фонограммы. А он говорил, это, Европа это невозможно. Но интересно, так прекрасно все получилось. Сделали поддельный микрофон, и зрители посмотрели и говорят, я думал, что это фонограммы, они выступают, а оказывается, они вживую поют. И вы не представляете, как мы смеялись, слушая такие комментарии. И так хорошо все поют. И он полностью перевернул Европу. Но проблема, что служители, пастор О Йонг До, знаете, вот интересно, вот у них в семье, да, у моей старшей сестры и второй сестры, вот у старшей сестры было трое сыновей, а у второй сестры было трое дочерей. И Йонг До, Йонг Син и Йонг Джин. И пастор О Йонг Джин, он пресвитер нашей церкви, самый младший, и второй Йонг Син, а старший Йонг До. И пастор О Йонг До, он служит в Лондоне и стал руководителем христианского союза. Несколько раз участвовал в общем собрании и говорят, давай ты будешь у нас руководителем. Он говорит, нет, я не могу, я плохо владею английским языком. Да ничего страшного, твоего знания английского будет достаточно. И так его поставили
руководителем. И теперь, когда он говорит «собирайтесь», все собираются. И через программу Zoom я два дня, на протяжении 4 часов я передавал слово, и они так удивлялись, когда слушали слово. Мы видели, как Бог удивительным образом действует. Я никто на самом деле. Когда мы проводили молодежную организацию IYF, что самое интересное, в 2007 году в китайский комсомол ответственный в комсомоле Китая пригласил меня, приехал ко мне и говорит: «Знаете, пожалуйста, прочитайте лекции для молодежи Китая». Но я был так занят, что я не мог просто физически поехать к ним. Потом, в 2009 году, он снова позвонил мне и говорит: «Пожалуйста, приезжайте». И в 2009 году я впервые поехал туда по приглашению китайского комсомола. Это был декабрь, было очень холодно. Знаете, я вообще не люблю надевать пальто, но так было холодно, что я впервые в моей жизни одел пальто. До сих пор это пальто у меня в шкафу лежит, совсем новый. Я точно не помню даже, где он находится. Когда я поехал в Китай, сотрудники китайского комсомола и также молодые ребята собрались, и я читал лекцию. Знаете, мне было так интересно. Мы обсуждали будущее этой страны, будущее молодежи. И впервые в моей жизни я получал такой теплый, горячий прием в Китае. Тогда брат Игангбук служил в Китае. Я однажды ему сказал: «Слушай, мы же приехали в Китай, угости чем-нибудь вкусным». Он сказал: «Да, хорошо, пастор». Мы поехали. Но он был впервые, я тоже впервые был. И там есть 300 блюд, а он не знал, что надо заказывать. И он говорит: «Давайте вот это закажем». И заказали просто рис в чае. Я сказал: «Что это такое?» И заказали утку, да, и закончилось. А в 2009 году, когда мы поехали по приглашению комсомола, вы не представляете, они так хорошо нас горячо встретили. И говорят: «Сегодня мы будем есть пекинскую еду». И я помню, что я был рад, что читаю лекцию, но также мне было приятно, что я мог вкусно поесть. Знаете, я не знаю английский язык, но я вышел в выражение «I like eating». Говорят: «Давайте сегодня мы будем есть сычуанскую кухню». «О, давайте, принесите, попробуем». 20 служителей наших ездили со мной, и они так вкусно попробовали. И тогда правительство КТС сказали: «Давайте мы поручим господину Супаку решить вопрос молодежи нашей страны». Однако служба безопасности сказала, что это нельзя, и поскольку я пастор, поэтому меня не допустили. Мы планировали провести молодежный лагерь в Китае, но у нас не получилось, к сожалению. До сих пор не пригласили, поэтому я не ездил. Не знаю, в будущем смогу снова поехать или нет. Однако в 2010 году одно издательство из Китая позвонили нам и говорят: «Вот вы же передавали слово в комсомоле Китая, было так хорошо, мы хотим написать книгу. Однако то, что вы сказали, этого мало, чтобы написать книгу, поэтому можете, пожалуйста, прислать материалы для того, чтобы мы могли издать книгу». Я спросил: «А сколько вы сможете продать издание?» Они говорят: «Мы можем продать 5 миллионов экземпляров книги». Ну, потому что там большое число населения, поэтому это было возможно. Я посчитал, сколько это будет, да, знаете, деньгами. Это большая сумма. И я с такой радостью отправил им материал для книги, но ничего не смог получить. Почему? Потому что в день, когда выпустили мою книгу, вышли 5 пиратских версий моей книги, но стоят в 2 раза дешевле. Если посмотреть содержание, вот все одинаковое, но 2 раза дешевле стоит. Естественно, все будут покупать пиратскую версию, а не оригинал, правильно? И поэтому я даже не смог получить 10 копеек от продажи книги. Но перед тем, как отправить в
Китай мы издали в Корее. И эта книга называется «Кто ты, который ведет меня?». И эта книга стала очень популярной в Китае. Чем бы я ни занимался, и когда я беру руку Иисуса Христа и иду, когда мое сердце было слабым, когда у меня были проблемы с желудком, в этот раз директор хора Грашес проводил рождественскую кантату в концертном зале KBS, и 9 концертов подряд она проводила. С раннего утра она работала, трудилась, что у нее начали появляться проблемы, связанные со здоровьем. И очень сильно ухудшился ее организм. И врачи говорили, что будет опасно. Я был испуган. Мы молились перед Богом. И пресвитер Хуанг тоже сердцем заботился о ней. И еле-еле она смогла поправиться. Но потом она сказала: «Отец, я хочу поехать в Америку». Я спросил: «Может, ты здесь останешься?» Но она сказала: «Я хочу поехать». Она уехала в Америку, но по милости Господа Бога она смогла полностью выздороветь. И когда я был в Америке и видел ее, я увидел, как ей стало намного лучше. И я впервые сказал моему сыну: «Спасибо, я благодарен, что вы так поддержали». Когда я смотрю, я вижу, как моя дочь стала здоровой. Мне кажется, это снится мне. Господь Бог, когда я вижу, как Он действует у нас, у меня есть огромная благодарность. Знаете, когда мы проводили пасхальное собрание, 6 миллионов человек слушали нашу проповедь. И в нашей миссии мы начали проповедовать слово через программу Zoom в связи с пандемией коронавируса. И у нас будет проповедь пастора Пак Ён Гук, и потом семинар тоже мы планируем провести, который будет транслироваться по всему миру. И сейчас мы разрабатываем приложение для телефонов, которое позволит, где бы вы ни находились, послушать слово. Неважно, в какой вы будете стране, вы сможете слушать Слово. На вот такую программу мы разрабатываем, чтобы вы могли слушать Слово на английском, на испанском, на французском. Да, на любых языках вы сможете услышать Слово, чтобы спасти весь мир. И в Латинской Америке уже многие пастора слушают мое Слово. В этот раз в Америке многие служители хотели участвовать. Однако, по-моему, за 3 дня или за 4 дня до начала семинара губернатор попросил не проводить, поэтому мы перенесли. Но сейчас все равно все проповеди идут через программу Zoom, поэтому могут участвовать. Знаете, Бог открывает путь, чтобы мы могли передавать такое Евангелие. Каждый раз, когда я провожу форум христианских лидеров, я думаю: интересно, как такой человек, как я, может проводить подобное мероприятие? В Европе, когда мы проводили мероприятие, там служители получили спасение и свидетельствовали, как они изменились. Я видел, как их сердца горячо заполнены Духом Святым. И видел, как Бог позволяет мне передать Евангелие в Европе. Бог открыл дверь Европе полностью. Один пастор из Эфиопии, он служит в южной части Эфиопии, и он постоянно называл нас еретиками и мешал нашей деятельности. Но, участвуя в этом форуме, он говорит: «Знаете, я не знал вас точно. Было недоразумение. Это истина, которую вы говорите». Господу Богу угодно, что мы передаем это Евангелие. Я
ничем другим не занимаюсь, только распространяю это Евангелие. Когда мы проводим мероприятия IVF или CLF, или волонтерский корпус GNC, или хор Gracious, когда я организовывал, почему Бог благословляет меня? Да, вначале у меня было столько переживаний. Знаете, однажды я читал новости, что группа трио, где скрипач, виолончелист и пианист, три человека в группе были, но они не смогли найти общий язык, и эта группа развалилась. А я подумал, как я смогу руководить хором, где десятки людей? Я не был уверен, что я смогу это реализовать. Потом я подумал, каждый раз, когда хор будет петь, если я буду передавать слово, тогда Бог будет защищать этот хор. Поэтому я всегда передавал слово, когда выступал хор Gracious. Однажды я передавал слово, и мне сказали, что я говорил о Боге, и это библейский семинар, поэтому сказали, что нельзя выступать. Я сказал, что если слово «Бог», я произношу это, сразу передаю слово. Нет, даже в нашем национальном гимне ведь слово, что Бог смотрит за нами. Это что, христианский гимн получается? Тогда он ничего не мог сказать против меня, поэтому мы передавали слово. Да, были люди, которые мешали мне передавать слово. Да, выключают, знаете, монитор передо мной, чтобы я не мог слушать слово, которое я говорю. Но теперь все знают, что во время выступления хора Gracious есть время, когда я передаю слово. Знаете, в Корее даже 10 минут мне не дает передавать слово, а в Америке полчаса люди слушают слово, и всем нравится. Когда я передаю слово, они говорят, что выступление было хорошим, но даже слово было прекрасным. В прошлом году, когда мы проводили рождественский концерт «Кантаты» в Америке, я пожертвовал 100 тысяч экземпляров книги, которая называется «Секрет прощения грехов и рождения свыше». И американцы, знаете, участвовало 150 тысяч зрителей. Я думал, как же раздать им книгу? Но американцы все-таки джентльмены, они говорят, знаете, нас четверо участвуют, поэтому мы возьмем одну книгу на всю семью. Или кто-то говорит, знаете, мы с женой пришли, поэтому мы одну тоже возьмем. И поэтому 100 тысяч экземпляров книг было достаточно, чтобы дать 750 тысяч человек. А потом попросили дополнительно отправить, поэтому мы отправили еще 50 тысяч экземпляров, но это уже было платно. И очень хорошо смогли продать. Наш Бог, наш Господь Бог, Он радуется, когда мы передаем это Евангелие. Я знаю об этом. Да, я могу потерпеть провал, я могу потерпеть крах. Однако, если я буду передавать Евангелие, я никогда не потерплю крах. Знаете, кто-то говорит, что я присвоил деньги в церкви или чьи-то деньги. Но интересно, нет человека, который говорит, что его деньги присвоены мною. Знаете, почему-то те люди, которые ничего не отдавали мне, они говорят, что я у кого-то присвоил чьи-то деньги. Но Господь Бог, хотя меня ложно обвиняли, но Бог позволил защитить меня. Знаете, когда приговорили, что я невиновен, я увидел, как прекрасно, когда Бог защищает меня. И я за это был очень благодарен Ему. Я славлю такого Господа Бога, иначе не могу не славить Его. Знаете, наша церковь, есть причина, почему она должна быть живой. Когда на вас идет Дух Святой, вы примете силу и будете свидетелями мне в Иерусалиме, в Иудее, и Самаре, и даже до края земли, сказал Бог. Один миссионер в Африке, знаете, его свекровь говорит, зачем так мучаться? Тесть говорит, зачем ты мучаешься? Уезжай оттуда. И знаете, он согласился с тестем и приехал в Корею. Я хотел с ним встретиться, но он даже не хотел со мной видеться. И поэтому я даже не поговорив с ним, я сказал, ну ладно, занимайся тогда бизнесом. Тесть
сказал ему продавать корейский суп кумбап. Но кто будет покупать этот суп кумбап? Никто не ест. Так мучился, потом вернулся все-таки в конце концов в Африку. Но братья и сестры теперь в Африке говорят: «Вы, будучи пастором, оставили нас и ушли в Корею. Зачем вы тогда вернулись к нам?» И поэтому кто-то занимался оптикой, и у него не получилось, и поэтому передал ему оптику, и он занимается сейчас этим делом. Но интересно, другой же служитель, наоборот, моложе его, но так хорошо передает Евангелие. И говорит, что его жизнь такая радостная, счастливая жизнь. Знаете, китайцы любят растения, которые имеют очень сильный аромат. Я не очень люблю. Например, корейцы любят кимчи, но иностранцы не любят кимчи. Но если распробуешь вкус, тогда все будут любить кимчи. То же самое то растение, которое любят в Китае. Если распробуют, говорят, что невозможно от него освободиться. То же самое, если вы распробуете Евангелие. Если вы будете передавать Евангелие, все разрешится в вашей жизни. Вы сами увидите, как все разрешится. Я думал, интересно, как можно оставить служение Евангелия и продавать суп? Да? Раньше один корейский герой продавал суп и сой. Но ты же передавал драгоценное Евангелие. Но как ты можешь сейчас пойти и продавать еду? Наши братья и сестры, знаете, они трудятся, работают, но передают также Евангелие. Мне было так жалко смотреть на этого служителя. Дьявол искусил его. Дорогие братья и сестры, наш Господь Бог, который любит нас и которого мы любим, Он сделал, чтобы мы жили ради Евангелия. Наши братья, да, даже если вы не служители, ничего страшного. Если вы живете ради Евангелия, когда я вижу таких братьев, они такие прекрасные. Пресвитер Ян Сын У есть в США. Его супруга работала медсестрой. Он же работал в очень хорошей компании. Однако он однажды с супругой пришли к пастору Пак Ын Гук и говорят: «Пастор, знаете, я приехал в Америку. Моя супруга работает медсестрой, зарабатывает деньги. Я работаю в компании, заработал деньги хорошие. Но совсем не интересна такая жизнь. Я хочу трудиться ради церкви. Позвольте, пожалуйста». Я сказал: «Хорошо, пускай так живут». И пресвитер Ян Сын У, он сейчас работает водителем автобуса при церкви. Его супруга же работает в столовой в церкви. Но интересно, они живут счастливой жизнью. Когда я к ним приезжаю, знаете, они жили в городе Тэджон, и поэтому я хорошо их знаю. Мы вместе едим, я общаюсь с ними, и они говорят, что они счастливы. Иисус Христос пролил свою кровь и умер за нас. Мы живем ради Христа, живем ради Евангелия. Иисус Христос часто действует у нас. Петр пошел ловить рыбу. Иисус пришел к нему, специально пришел, приготовил хлеб, общается с ним и говорит: «Симон Янин, любишь ли ты меня, нежели они?» Он говорит: «Да, ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь». Тогда Иисус говорит: «Паси овец моих». И сегодня в Деянии. Да. Представляете, что случилось бы, если бы Петр бы дальше бы ловил рыбу в Галилее. Тут 5000 человек получают спасение, 3000 человек получают спасение. Хромой исцелился. Какая слава наполнила его. И за это я благодарен Богу.
Сегодняшняя тема моей проповеди – это Петр нашей церкви. Все мы являемся Петрами нашей церкви. Да, если вы вдруг решили ловить рыбу, оставьте сеть и проповедуйте Евангелие. И живите ради Евангелия. Дорогие братья и сестры, да, кто занимается бизнесом, занимайтесь бизнесом. Работайте, это тоже нужно. Однако, чем все остальное вы, ваше внимание сосредоточено на Евангелии. Многие люди идут в церковь. Я, кроме Евангелия, другим способом в церкви не занимался. И Господь Бог вел мою жизнь, Он благословлял мою жизнь, Он помогал мне. Он открыл дверь, и поэтому во время пасхального собрания, когда мы проводили собрание, представляете, 6 миллионов человек услышали это слово. Весь мир сегодня меняется. Я желаю, чтобы вы жили ради Евангелия. Безмолвно получайте общение с Господом Богом. Не следуйте за своими мыслями. Иисус Христос пришел к Петру. То же самое. Сегодня Иисус Христос приходит к каждому из вас, и я верю, что Он общается с вами. Слушайте голос Библии и живите со Христом. Позавчера у меня есть внучка. Мы с ней общались, и она такая красивая. Я сказал: «Соня, ты такая красивая, давай я тебе отправлю фотографию». Я сфотографировал и отправил ей. Пока я жил ради Евангелия, моего сына, мою дочь, моих внуков, мою внучку, Бог защитил. Чем когда я защищаю себя и чем когда Иисус защищает, это невозможно сравнить. Когда я воспитываю свою дочь и когда Иисус воспитывает мою дочь, это невозможно сравнить. Когда я воспитываю своих внуков и когда Господь воспитывает их, это невозможно сравнить. Мы живем ради Господа, а Господь будет заботиться о ваших детях, о вашем будущем и вашей старости. Если Он будет заботиться, я уверен, что это будет большим благословением.